Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54. Партнер проекта – интернет-портал автозапчастей «Адео Про». Просто низкие цены. Осуществили мечту пассажирок «Жигулей» четвертой модели сотрудники ДПС и активисты ночного патруля в Чистых прудах. Водителя авто задержали за повторное вождение в пьяном виде. И он был этому не рад. Зато его дамы были в восторге. Они мечтали рассказать всему миру о своих философских идеях и взглядах на жизнь. Подозрительную четверку полицейские и активисты заметили в поселке Новом. Водитель ВАЗа не реагировал на сигналы патрульных. Преследование он заметил не сразу, но потом в итоге остановился. Че, документы? Да. Дома? Дома. Выходим. За рулем оказался тихий, спокойный, пьяный лишенник. Он прошел в патрульный автомобиль, а вот его пассажирки оказались на веселе. Поймали белых, посадили их, посадили. Это Шурин, медведя. Его посадят и вас посадят все. Женщины не стеснялись в выражениях. Сначала они избегали камеры. А это покажут. Вот. Что? Что, сволочь это вы? Да. А еще раз. Давай. Еще подожди. Подожди. Дубль 2. Да. Рубль 2. Затем им понравилось, они решили воспользоваться моментом и обратились к жителям Кирова. Ты точно это показал? Да. Вот, всем горожанам города Кирова скажу. Любите, уважайте друг друга. Не верь, не бойся, не проси. Алкогольный градус был настолько велик, что говорливые дамы пошли дальше и обратились за гуманитарной помощью напрямую к президенту России. Город Киров, принеси гуманитарию-то. Все больные, все бестолковые. Муки, мешок хоть всем. А знаете, как живет город Киров? Очень плохо. В итоге, пока женщины выступали на камеру, водителя инспекторы оформили и отпустили. Сейчас мужчине за повторное пьяное вождение грозит уголовная ответственность. Михаил Вагин, место происшествия.